В весовой категории до 81 килограмма чемпионом Европы 2022 стал грузинский ураган Тато Григалашвили. Практически на 100% я был уверен в его победе. Я спрогнозировал его финал против действующего чемпиона мира Матиаса Касс. Ну а сейчас второй раунд против представителя из Финляндии Маккинена. И довольно-таки интересная схватка была. Смог навязать финский представитель неплохую борьбу грузину. Но Тато на этом турнире был, наверное, в своей лучшей форме за всю карьеру. Мне очень понравилась его борьба с позиции морального духа, с позиции физики, техники и тактики. Не летел сломя голову на оппонента наш герой, как это обычно бывало. И вот таким броском через спину на япон выигрывает свою первую встречу Тато Григалашвили и переходит в третий раунд против немца. Тим Грамкоу из Германии тоже навязал неплохую борьбу грузину, показал хороший уровень. Здесь вы видите, Тату заходил на бросок через спину за два рукава. И вот здесь немец заработал в азаре. И тем интереснее схватка стала дальше. А здесь он был близок, чтобы заработать второе в азаре и вовсе выбить за одну минуту одного из главных фаворитов турнира. Но Тату Григалашвили такое не прощает. Его тут заходит на бедро сперва, держит захват и бросок сумигаеши через голову. И ипон. Тату Григалашвили выходит в четвертьфинал против Атилы Унгвари, которого секундировал родной брат, легендарный Миклуш Унгвари, вице-олимпийский чемпион. Ну и Атила здесь был тоже близок к Вазаре, один локоть на татами поставил. Григалашвили очень опасно было и был близок к тому, чтобы заработать результативное действие представитель Венгрии. Но Тато берет мощный захват, обхватывает своего оппонента и бросает на ипон с помощью приема Косото. И полуфинал против украинца Сергей Кривчач. Схватка была очень интересная. Здесь бросок через спину, и судья показала в азаре, затем она его отменила. Здесь был заход на бычок от Григалашвили, затем зашагивание пытался сделать украинец. 30-я секунда голден скора. Украинец заходит на зацеп, и вот таким мощнейшим броском Тату Григалашвили контрит на ипон своего оппонента и выходит в финал. Просто супер ипон, очень мощно и зрелищно. И финал против того же Матиаса Касса, счет у них был 2-1. Ну и как вы знаете, если Тату стал чемпионом, то значит он выиграл эту встречу, и на самом деле без шансов. Очень хорош был Тату Григалашвили. И в свои 22 года он стал двукратным чемпионом Европы среди взрослых и пятикратным чемпионом Европы, если учитывать все возрастные категории. Вот таким броском за два рукава очень мощно Тату Григалашвили оформил чемпионство Европы, и это очень важная для него медаль. И я жду от него золота на чемпионате мира в Ташкенте осенью. Прекрасная борьба от молодого грузинского парня.